Здравствуйте, мы господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM Enemy Within. Что у нас сегодня? У нас сегодня в планах дожидаемся, когда у нас будет готов универсальный ключ, сообщение из совета дождемся и, скорее всего, поедем штурмовать базу. Но! Есть маленькое но. Я бы хотел сделать следующую вещь. У нас секретные операции не ждут, да? Давайте просканируем. Сканирование завершено. Обнаружено местонахождение группы Exalt. Мексика и Аргентина. И в обоих мы были. Ну давайте в Мексику съездим. Список оперативников. Кто у нас туда пойдет? У нас туда пойдет... Массара, Коннор, да. Мы ведем несколько неопознанных объектов, но пока нет ничего интересного. Молодец. В прошлой серии мы дали им Джазу 6 хп, 8 хп, 19 мобильности. Мне кажется, прекрасно. Секретный агент XCOM направлен для уничтожения группы Exalt в Мексике. Молодец. Дальше, у нас что еще с вами есть? У нас с вами есть 44 сплава. Это маловато, но это позволит через 5 дней нам начать новое исследование. Это раз. И второе, может быть, какое-нибудь импульсное оружие, снайперскую винтовку, например, новую, либо еще что-нибудь мы сможем заказать. Но продолжаем. Обнаружен инопланетный объект. Маленький разведчик. Поехали. Фраги зарабатывать. Цыпа-цыпа. А, он приземлился. Объект потерян. Обнаружен объект. Нашим проще. Кто у нас есть? Соколиный глаз и есть призрак. Призрака на маленькую тарелку я, честно говоря, не хочу. Через 12 часов будет граф. Призрака на маленькую тарелку я не хочу брать, потому что либо акция устрашения, либо что-то посерьезнее мы собьем. Берем глазика, берем Люську. Нет, Люську мы не берем. Мы берем Матухари, мы берем вот эти две пехотинки наши. Давно не ходили, да? Давайте их обоих за... Мы с Тамарой ходим парой. Берем двух пехотинцев. Берем Димку ракетчиком. Кого? Ганса пулеметчиком. Еще нам нужен штурмовик. Леха идет. А сколько у него? Леха. Штурмовик. 3300. Ну, пускай качается. И разведчик нам нужен. Разведчик. Масяня, либо Егорова. Давайте Масяню посмотрим, что у него есть. Ну, пусть будет Масяня. Пусть будет Масяня. Давайте одеваем. У него 5 хп. Банши 8 хп. 95 плюс 6 меткости, да? Неплохо. 10 хп. Мне кажется, это будет нормально. Так, дальше. Броня Эгида. Импульсная винтовка. Прицел. И защита из плавов. Шикарно. Нам еще нужно импульсного оружия. И побольше. Так. Автомат Гаусса. РПГ Гаусса. 80 меткости. Отлично. И 12 мобильности.
17 мобильности. Мы возьмем, наверное... Так будет 10 мобильности. Ну да, давайте возьмем. Подождите, у него 3 ракеты, да? Давайте мы... Хотя, с другой стороны, 2 ракеты будет достаточно. 2 ракеты будет достаточно. Пулеметчик. 14. Отлично. Вот так. И... Лёха, у нас... Что здесь у нас есть? Дробовик. Дугомет. Да, почему нет? Защита из плавов. Массиальная броня Эгида. Автомат Гаусса. Прицел. И защита из плавов. Вроде как готовым стартовать. Поехали. Поехали. Не успели мы его догнать, поэтому он приземлился. Но тем лучше для нас. Шторм-1, готовимся к высадке. Больше сплавов будет. Австралия отправила уже несколько запросов о помощи, значит, летим туда. Они приземлились довольно далеко от поселений, так что местных там быть не должно. Будьте осторожны, лунатики будут драться до последнего. Это точно. Было бы неплохо еще кого-нибудь захватить. Так, что такое? О, мы в углу. Отлично. Штаб, я рейнджер. Мы на позиции, ждем дальнейших приказаний. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, разрешаю высадку. Подходите к объекту осторожно. Мне не совсем нравится эта карта. Здесь тарелка уже лежит. И укрытий практически никаких. Укрытий практически никаких. Давайте сюда закинем, наверное, сканер. Поглядим. О, ништяк. Никого. Шикарно. Поняла вас. Наступаем. Разберемся. Снайпер здесь. Лечу. Выполняю. Уже иду. Ну. Выхожу. Дима идет сюда. Целится. И... Да, сэр. Леха просто чешет вперед. Шикарно. Мутоны. Выбегаем. Он наш. 12 сплава. Что-то маловато. Я в пути. Сяня проходит, никого не видит. Координаты получены. Прикольно. Есть, выполняю. Пора пробежаться. Проходим, ребятки, проходим. Так, чтобы так у нас не было здесь тупого перекрывания линии обзора. Смотрю внимательно. Ясно. Буду на чеку. Так, здесь у нас что происходит? Понятно, уже двигаюсь. Доктор идет поближе. Уже иду. Леха идет сюда. И Дима идет. Выхожу. Например, куда-нибудь сюда. Пока что. Буду на стороже. Без укрытия, но и он... У него все будет хорошо. Тихо! Слышали что-нибудь? Слышали. Конечно, ясно. Слышали. Тут становится жарковато. Хм, простые мутоны. Я даже удивлен. Там вот один жирненький есть какой-то.
один жирненький какой-то. Кто ты? Мутон-гренадер. Давай, глазик. 9. Нормально. Нормально. Так. Спешу как могу. Выхожу. Уже иду. Да куда ж ты? Неправильно. Уже иду. Неправильно я сделал. Поняла вас. Так, медик. Поехали. Всех на передовую. Пусть все сидят там. Так, Лёха. Выдвигаюсь. Лёха у нас чешет сюда. И делает глухую оборону. Масяня. Масяня, наверное, отступает куда-нибудь. Ясно. Вот сюда. Хорошо. Ну подходите, будем настороже. Будем надеяться, что на боеготовности сейчас кого-нибудь подловим. Да, неплохо. Пиу. Вышел. Готов. Угу. Молодец. Тоже молодец. И ты молодец. Пойдет. Давай сейчас второй пехотинец также. Два раза. Угу. Шикарно. Пойдет. Они отходят. Объект уничтожен. Одного достаточно было. Так, ништяк там. Это хорошо. Так, Лёха. Мы идем по следу. Лёха идет вперед. Тут полное укрытие, это хорошо. Вас понял. Поэтому мы останемся за полным укрытием. Этого убьем, этого будем мучить. Пытыщ. Не убили? 5 дамага? Это что-то... Это что-то неправильное. А, цель не поражена. Я вижу. Как-то все это не очень круто. Выхожу. 51-35. Ну давай в 51 тогда. Молодец. Молодец. Поняла. Вот этого надо. Да хорош. Черт, промахнулась. Уже иду. 49, ну давай. Да что ж вы творите-то? Молоко. Я пошла. Так, этого подавляем. Я бегу. Второго убиваем. Давай, мочи. Да что за хрень? Так, медик. Медик у нас опять идет с пулеметом, с таким, который не очень, да? Я не занимаюсь. Не круто. Угу, почти нас попал. Обстреливают. Боеготовность? Ты просто умница у меня. Поехали!
20 раз. Прижали. Здрасте. 84. Добьешь? Молодец. Теперь не рыпнешься. Так, теперь у этого 4 хп. Пробуем. Пушка зачетная. Поделишься? Молодец какой. Никуда теперь не денется. Красавчик. Спасаем инопланетян от геноцида. Поехали. Так, Леху не... У Леху говорю. Глазика не оставляем. Вот так. Глазик бежит, всех догоняет. Он, кстати, у нас получает мастер-сержанта, с чем мы его и поздравляем. Поняла. Продолжим. Перезарядка. Двигаюсь на позицию. Продолжим. Медик у нас почти всегда со штурмовой винтовкой бегает. Направляюсь на точку. Это прикольно. Постоянно забываю его снарядить. Координаты получены. Дима сюда. Пулемет. Бегом! Сюда. Хорошо. Так, ништяки, ништяки. Ништяки где-то там. Ясно. Вон он, ништяк. Вот он лежит. Так, мы смотрим, кто впереди у нас есть, и чешем туда, на захват ништяка. Гляжу в оба. Давай, гляди. Ку-ку. Никого? Ладно. Где у нас спортсмен по захвату ништяков? Вас понял. Двигаюсь к цели. Нам бы вот этого товарища здесь, который сидит, не сорвать. То, что надо. Изгоя. Так. Где у нас вход? Но мы будем отсюда, наверное, пытаться зайти и, соответственно, стрелять. Координаты принял. Погнали. Бегом! Пулемет сюда. Меняем позицию. Лечу туда! Поняла! Выполняю! И медик проходит, например, есть. Сюда. Выполняю! Ясно! Уготовность номер один! Так, они где-то... Что за шум? Они где-то в районе тарелки орут. Хорошо. Двигаюсь к точке. Проходим сюда. Никого? Со скоростью смерти. Есть. Отлично. Держу сектор. Еще 12 на сплаву. Так, глазик у нас. Ясно, иду на точку. Ну, глазик на следующий ход будет готов. Я пошла. Так, что, никого? За дело! Окей, перезаряжаемся. Пулемет. В пути! Например, сюда. Тогда. Поняла. Медик сюда. Давайте, ребятки. Поняла. Пришельцы. Да, сэр. Пришельцы сами не сдохнут, поэтому проходим, проходим. Задача ясна. Ну, я сходить буду начало. Так, ну что, надо этого, наверное, убивать нам. Я так считаю. Заходим, смотрим и валим оттуда, да? Или нет? Например, вот здесь заходим. Смотрим и валим. Вас оттуда. Понял. Визуальный контакт. Отлично. Он бежит сюда. Хорошо. И с этой стороны нам его брать некому, да? Хм.
Так. Иду. Отлично, идем сюда. Подавляем. Масяня. 65, да? Почему нет? Стреляй. Пойдет. Нормально, влипло. Мчусь. Так, ты сюда. Выхожу. Ты сюда. Ясно, буду на чеку. Бегом. Медик идет туда. Слушаюсь. Дима сюда. Буду на стороже. И... Леха, например. Ну, Леха, например. Разберемся. Например, сюда. Так, глазик здесь никого не видит. Не видит и не увидит. Понял. Выдвигаюсь. Он чешет. Но ему не особо опыт-то и нужен. Он уже мастер-сержант. У нас на боеготовность. Я пошла. Есть вот такая вот барышня. По нашему сектору ведут плотный огонь. Приспособленец. Ну давайте еще поподавляем. Почему нет? Веду огонь на подавление. А вдруг мы убьем? Будем играть осторожно. У нас где-то там еще мутоны есть. Где-то мутоны еще есть. Двигаюсь к точке. Здрасте. Пойдет. Вас понял. Хорошо. Так, Масяня, ты мне мешаешь. Хм. Есть. Слушаюсь. Да ну. Поправка на ветер. Меня это удивляет. Поехали. Давай, Дима, хоть отсюда. Твой шанс. Нет. Чёрт, промахнулся! Бывает. Уже иду. Хм. Уже иду. Начинаю наблюдение. Смотри внимательно. Ему надоело сидеть. Так, Масяня хочет прокачаться, да? Немножко. Поняла вас. А то сколько можно? Запрыгался. Отлично. Ясно. Где-то там были мутоны. Где-то поняла. Там были ништяки. Поэтому проходим, проходим. Выполняю. Направляюсь на точку. Все готово. Отлично. И... Да, почему нет? Рывок туда, все правильно. Леха куда идет? За он дело. Никуда не идет, он перезаряжается. И глазик поближе. Координаты принял. Смотрю внимательно. Готовность номер один. Есть, выполняю. Все, тарелка наша.
пацаны, заводи, взлетаем. Где-то, да, там слева орут. Что это было? Что это было? А ты не знаешь. Мутоны это были. Уже иду. Внимание, вижу противника. Ой-ой-ой, как тараканы сразу. 2, 4, 5. 5 особей. А где ништяки? Мне говорили, что здесь есть ништяки. Но я их, к сожалению, не вижу. Ну, в принципе, мы 2 контейнера взяли. Это уже неплохо. Прячемся. Здесь мы что делаем? Здесь мы делаем вот такую штуку. Слушаюсь. Раз, пехотинец. 2 пехотинец. Ну подходите, гады! Дима. Целится. Начинаю наблюдение. Боеготовность. Пулемет. Пулемет, пулемет. Куда идет пулемет? Поняла вас. Ну, например, сюда. О, отлично. 30%. Пока его подавляй. Дадим им прикрыть. Дальше разберемся, что с ним делать. Медик идет на эту сторону. Поняла. Мало ли что. Хотя они сюда вот встанут и зафлангуют. Не очень крутая позиция, на самом деле. Медик сюда. Сюда бы Масяню бы привести, чтобы она умеет прыгать у нас на препятствия. Но я думаю, что мы их сейчас с этой стороны будем обходить. Слушаюсь. Ясно. Буду начеку. А с этой стороны будет прикрывать глазик. Понял. Выдвигаюсь. О, отлично. Ой-ой-ой. Ах ты ж, блин, зараза. Вот же зараза-то, в полное укрытие-то, а? Да ну. Чё, правда? Этот решил обойти. Привет. Вышел. Лунатик готов. Завязывай. Я под огнем. Так, это становится интересным. Направляюсь на точку. Эх, никак здесь. Ладно. Сюда тогда. Так, теперь. Двигаюсь к точке. Бегу. Вперед. Интересная штуковина. Ну давай, вот этого. Есть. Глазик его 56, 71. Давай, 66 крита. Вот дерьмо. Да. Это не очень классно. Двигаюсь на позицию. Так, подходим, будем контролировать, чтоб Лёху не обошли. Буду на стороже. Здесь у нас народ теряется куда-нибудь. Ну же, шевелись! Например, вот сюда. Медик теряется вместе с ним. Да? Направляюсь на точку.
25 и 40. Давай. А, с автоматика. Со своего. Есть, выполняю. Так. Отлично. Ясно. Готовность номер один. Шикарно. Ты борзуй, а? Граната пошла. Эх, медик сейчас будет страдать. Вот эти вот барышни. Что за хрень? Подводят иногда прям. Дерево удивительно не развалили. Черт, повезло. Ну, кстати, ништяк лежит где. Я увидел. Так. Масяня. Бегом! Давай, на следующий ход возьмешь. Отлично. Так, теперь. Двигаюсь к точке. Леха идет сюда. И никого не видит. Ясно. Начинаю наблюдение. 71, 71. Ну давайте, гранатометчика надо. Да, глазик. Как-то не впечатляет. Двигаюсь в указанную точку. Шо? Давай, давай, на эту сторону поворачивай. Никак? Хм. Странно. Странно это все. Так, медик. Выдвигаюсь. Валит оттуда. Не дергайся. Все нормально. Угу. Направляюсь на точку. И сама валит отсюда. Так и есть. Пулеметчик. Смотрю в оба. Боеготовность. 49. Ну зато два раза. Давай. Отлично. Отлично. 9 это шикарно. Молоко. Не-не, молодец. Ясно. А теперь. Да как же ты. Хм. Давай, Дима, надо пытаться. Молодец. Молодец. Парни, выручайте! Не кричи. Ты красавчик. Соколиный глаз наконец-то попадет. Угу. Это все? Так. Лечу! Третий ништяк. Он мой. Еще 12. Неплохо. Неплохо. Вот сюда бы встать и стрельнуть ему в голову. Кажется, мне кажется, все будет хорошо. Здорово. В загривок. В загривок ему. Неплохо вошло, на мой взгляд.
Иду. Так, и уходим сюда. Есть. И давайте дальнего. Наконец-то. Молодец. Лунатик готов. Патронов больше нет. Шикарно. Этого будем пытаться. Есть. По-читерски сквозь стену. Нет? У меня последняя обойма. Урон нулевой. 58. Дима должен его убить. Давай. Урон нулевой. Мчусь туда. Так, ну Диму нужен фраг. Ясно. Буду на чеку. Если он сейчас не подставится... Выдвигаюсь. Под боеготовность, то Димон потом ему ракетой приложит на следующий ход. Поехали! Да. Ганс. Молодец. Этот готов? Все в порядке, шеф. 10 штук. 10 штук. Неплохая миссия у нас. Ганс оттанковал, сожрал весь дамаг и на одном хп. 40 дней Ганс у нас отлетает, Соколиный глаз получает новое звание. Ну, конечно же, убийство при выстреле с фланга или по цели без укрытия не считается действием. Это классная вещь на самом деле. То есть вот сейчас, например, вот с этой штукой мы могли бы убить двоих. Но у нас бы патроны кончились. И двойной выстрел, да? Увеличит урон на 2 при подавлении. Также увеличит урон от всех РПГ. Увеличит урон на 4 для всех видов снайперских винтовок. На самом деле это шикарно тоже. Криты будут прям любо-дорого посмотреть, но двойной выстрел будет решать. Плазмер мы захватили. Отлично. Гранатку. Ну, гранатка не принципиально, а вот плазмер — это отличная вещь. Нам пригодятся они. Трупы мутоны, пленный мутон. 55 сплавов пришельцев, кстати. Очень хорошо. 37 наносплавов. 2 борткомпьютера, 1 источник. Поврежденная броня эгиды. Это плохо. Но как-то вот так, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось. С вами был Серега. Увидимся в следующей серии. Всем счастливо, всем пока.